Доброго времени суток. С вами Сергей Чураков. В этом видео разберем, как поменять поощрения, получаемые за обычные поисковые запросы, на деньги. Что такое поощрение? Зайдете на поисковую систему access.com, раздел поощрения, нажимаете программа Access Rewards. И что такое реворды? Здесь все расписано, за что вы получаете их. Я не буду на этом останавливаться. Вхожу в систему. Я залогинился, видите номер. И после того, как залогинились, наводя мышкой на свой ID номер, открывается под меню. Нажимаем раздел поощрения. Здесь, если у вас будет на английском языке, нажимаете вверху на русский язык. Здесь видно статистику за каждый день, то есть за серфинг вы получаете 100 ревордов из 100 возможных, за поисковый запрос вы получаете 50 ревордов из 50 возможных за сутки. Кредиты — это ваша реклама, то есть 200 кредитов в день тратите на раскрутку любого бизнеса в интернете. И всего поощрения, как вы видите, допустим, за 4 число 6 месяца 500 ревордов в день, следующий 500 ревордов в день, 500 ревордов в день, 492, 481, дальше 500 ревордов, 408, 408. То есть каждый день может разное количество ревордов быть, все зависит от вас и от вашей структуры. Все суммируется. Реворды мы получаем за первый и второй уровень. Чтобы поменять реворды на доллары, наводим на раздел поощрения и в подменю выбираем обменять rewards. Кликаем. Здесь показано баланс rewards 11791. Вы можете поменять эти реворды на сертификат amazon.com. Когда у вас будет 25 тысяч ревордов, у вас будет возможность поменять их на 25 долларов. С правой стороны будет активная кнопочка «Обменять». В данном случае у меня еще нет 25 ревордов, и я даже не хочу менять на сертификат Amazon. У меня цель сейчас поменять на доллары. Чтобы поменять на доллары, это значит, выбираете на iCash. iCash — это наш кошелек, с которого выводим деньги. Показано 10 тысяч ревордов, это будет 10 долларов ценность. И кнопочка уже активная «Обменять». Если у вас будет меньше 10 тысяч ревордов, то кнопочка «Обменять» будет неактивной. У вас будет написано «Недостаточно iRewards». Нажимаем «Обменять». Вводим свой пароль от бэк-офиса. Нажимаем кнопочку «Готово». Видите, баланс iRewards уменьшился на 10 тысяч. Все, деньги мы поменяли. Где можно посмотреть эти деньги? Нажимаем на поисковую систему, нажимаем Access Marketing внизу и входим в партнерский кабинет. Нажимаем «Войти». Вошли в кабинет. Если у вас на английском языке, с правой стороны выбираете русский язык, выбираете «Мой аккаунт» и «Обзор». Выбираете «Баланс iCash доступны», то есть в разделе «Балансы аккаунта» нажимаете, здесь написано, нажмите здесь, чтобы посмотреть баланс. Видите сумму, нажимаете на эту сумму, она кликабельная, и таким образом мы попадаем в раздел «История iCash». Здесь написано 5 июня 2014 года, система 10 долларов, и написано «Rhythm of 10 iCash Certificate of on Access V-Service iReward Redemptions». То есть вот это и есть обмен 10 тысяч iRewards на 10 долларов. И эти деньги уже доступны сразу, то есть мы не ждем 72 часа. С вами был Сергей Чураков. Вы подписывайтесь на мой канал, будете в курсе этой компании Access Corporation. До скорых встреч!